Что ж, здравствуйте, дорогие зрители, и сегодня я буду обозревать вот такие вот смарт-часы. Они подключаются к телефону при помощи специальной Bluetooth-программы. Также вот здесь разъем для зарядки. И вот здесь кнопка включения. Вот они включаются. Здесь нажатием на экран меняете способ введения времени. И чтобы на обычное меню рабочего стола перейти, нажимаете на вот эту кнопку. Вот. Здесь Bluetooth есть. И разные функции, связанные с Bluetooth. Звук. Тише и громче. Также меню. Переключать вкладки между меню можно вот так, либо вот такой вот кнопочкой. Первая вкладка здесь — это настройки. Там, где первым делом идет QR-код, потом часы, здесь вы выбираете тип часов. Потом время и дата, город какой, часовой пояс, время и дата, вот. И обновить часы. Почему язык, здесь вы просто указываете. Параметры экрана есть, здесь автоматическая блокировка и подсветка, также здесь яркость и здесь время соблюдения яркости. Далее, после этого, настройки безопасности, здесь блокировать телефон при помощи кода и пароль, также изменения данных. Потом установление к заводским настройкам тоже по коду. Антипотеря. Также телефона здесь при помощи программки специальной можно призывать с телефоном, а также антипотеря сама. Для этого нужен Bluetooth. Экономия энергии здесь включается и выключается она. Также есть мелодия, тип оповещения. Здесь выбираете, каким образом. Это тип оповещения звонка. Тип звонка повторяющийся или однократный. И входящий звонок какой. Далее. Барометр. Атмосферное давление и температура в Цельсии. Высометр. Шагометр. Вот здесь обычное время и шаги, а здесь подробная информация. И секундомер. Вот так вот он запускается, вот так ставится на паузу, вот так все заново начинается. Далее Bluetooth и контакты. Для этого нужно подключение к телефону. Набор номера. Сообщения входящие, нужно подключение к телефону и отправленные. Для этого нужно подключение к телефону. Звонки, пропущенные, входящие, выходящие звонки и все вызовы. Для этого нужно тоже подключение к телефону. Оповещение также нужно подключение к телефону. Музыка тоже нужно подключение к телефону. Камера тоже нужно подключение к телефону. Также будильник есть, когда вы нажимаете на вот это вот состояние выключенный и включенный. Время наводите. Повтор сколько? Один раз ежедневно или дни. И тип оповещения на выбор. Вот. Далее календарь. Вот, дата указана просто. Калькулятор есть, самый обычный калькулятор, думаю. Об таком точно все знают. И мониторинг сна. Не знаю даже зачем здесь. Также сидячий режим, сидячие напоминания. Вот. И режим drink water. Включение и выключение. Вот, так, в принципе, и все. Если вам понравился этот обзор, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, если вам нравятся наши видео. Всем спасибо, всем пока.